найти и обезвредить противника. Разведчики морской пехоты провели тренировку. По замыслу учений группа диверсантов высадилась на побережье Балтийского моря и смогла продвинуться вглубь Калининградской области. Здесь-то и произошло столкновение. Пехотинцы устроили засаду и, подступив максимально близко к диверсантам, уничтожили противника. В ходе учений военные отработали навыки стрельбы, маскировки и захвата пленных.